Городская программа энергетического развития будет представлена правительству. По словам городского головы, экономия энергоресурсов сегодня не только поможет сохранить деньги, но и даст возможность городу развиваться. Сегодня специалисты в сфере энергосбережения отмечают, прогнозы неутешительные. За последние более чем 10 лет электроэнергия подорожала и дешеветь не будет. Так, к примеру, городу энергоресурсы обходятся в 9 раз дороже, чем в 2000 году. Вот сегодня рост цен и стоимость энергоресурсов является одним из основных угроз, которые сейчас в ближайшие годы будут стоять перед экономикой города Запорожья. Если расходы городского бюджета в 2000 году на энергоресурсы составляли 32 миллиона гривен, то в 2012 году эта цифра возросла уже до 280 миллионов. Ну, нетрудно посчитать, что за эти 12 лет в такое количество раз не выросли ни доходы городского бюджета, ни заработные платы запорожцев. Испытывать проекты по энергосбережению будут на городских строениях. Так, в пилотные проекты попали садики, школы. Скорее всего, там будут реализовывать запуск теплонасосов и световых батарей. Теперь программу энергетического развития представят правительству, чтобы получить средства на реализацию проектов. В дальнейшем предполагается, что законодательство будет немного скорректировано для привлечения сторонних инвесторов для подобных проектов.